Всем привет, друзья! Сегодня у нас развивающее общение, и мы поговорим про субличности и их разговор. Субличности это как субаренда, то есть внутри нашей личности живут такие маленькие личности, они между собой разговаривают. Например, ваша задача будет в том, чтобы выявить какие-то две субличности внутри вас, какой-то разговор внутри вас происходит, и дать этим субличностям поговорить. Например, две мои субличности – неудачник и успешник. Все ужасно, вообще бессмысленно, что бы мы ни делали, получается какая-то херня. Наоборот, ты посмотри, как здорово, как все развивается, какие-то новые идеи постоянно приходят. И все лучше, лучше. Ничего не лучше, лучше. Мы топчемся на одном месте. Это вообще никому не нужно. Людям интересно с нами, они нас ценят, они пишут. Какой ты классный, они тебя любят. Людям вообще насрать на нас. Они тупые, они даже не могут выполнить наши упражнения. Люди потрясающие, мы все вместе, мы команда. Ну, в общем, после того, как вы дали вашим субличностям поговорить, шаг 2 это сделать так, чтобы эти субличности поговорили друг с другом и попросили друг у друга что-то. То есть, чтобы они повзаимодействовали между собой и стало понятно, чего они хотят друг у друга. Пример. А знаешь, позитивный, мне так нравится, какой ты все время не теряешь оптимизм никогда. Вот научи меня, вот, чтобы я тоже, я хочу тоже быть оптимистичным, как ты. Да ты на самом деле классный, ты классный. У тебя все получается, ты супер, ты даже в этом своем нытье, ты очень классный. Да, правда. Но мне так грустно, мне кажется, у меня ничего не получается и никогда не получится. Зато смотри, как классно у тебя получается ныть. Ну вот такое сегодня будет задание. Шаг первый, найти две субличности, чтобы каждая высказалась. И шаг второй, чтобы эти две субличности поговорили между собой. Пожалуйста, пишите в названии этого видео, развивающее общение, а потом уже... А потом уже название ваше. Чтобы по названию развивающее общение нас люди могли находить в Ютубе. И у всех у нас росли просмотры. Пожалуйста, пишите комментарии и ставьте лайки. Развивающее общение!